Все перемешаем. Так. Поделим А ты так вот ломтиком, да? Не просто не в кругу, не кружками, да? Я кружками сделаю. Буду кружками. Ну что, еще какой-нибудь? Так, ну вот если вкусный будет сказать. Сам выбирал. Я ее не пью, но... У меня первая жена главным бухгалтером была. Вот это ощущение. Так, это какой-то другой фрукт. А это какой-то с изюмом, сладкий, наверное, да? Хлеб заварной, северный фрукт. Солить не будем, конечно. А вот у нас есть соль. Вот смотри, какая красивая. Я принесла. Ой, какую-то принесла. Только я не проверила, если не соль. Да, брали это. А вот есть соль, я. Кибитки живет. Хорошо, что мы отец продолжаем. Это просто дедушка хорошо, что у него эти все под охраной. Ну, к нему-то зайти. Ой, у меня что-то есть немножечко, просто из одного просто самого уже. Так, я возле Ларисы написала. Любезные дамы и господа, кто-нибудь хочет выпить водки? Все хотят. А прямо сейчас? Прямо сразу? А что уж так, не пережить 2 месяца, что ли? В принципе, не пережить. До сентября, сказали. Сразу и запоете? Триом. На три голоса. Ну что, за хозяина, наверное, да? Нет. Давайте за нашу дружную команду. Зачем же за хозяина? Рано еще за хозяина. За хозяина, когда уходили. Да. Мы еще как бы не собираем. За нашу дружную теплую компанию. Да. Еще праздник удался у нас. Да. Еще не наш. Праздник еще не наш. Нет, ну дело в том, что наказали, как всегда. Нет, но всем поступает хорошо. А я что, я придираюсь? Володя, стоишь, там много опасностей. Слушайте, а где Адам? Милиция, те же бандиты. Опять не милиция, те же бандиты. А здесь можно упасть в кусты, никто не найдет. Валера, помоги. Самое главное, тепло. Никто не найдет, главное.
Да, точно. Это есть. Он пошел встречать, кого-то встречать. Молодец. Он все равно не пьет. То, что никто не найдет, то еще искать. Знаете, я... Как раз тебе хочу сказать, что милиция тоже боится, понимаете? Она настолько боится. Давайте вот эти... Я бы не могу взять тоже, вот так, как и Катя Игоревна. А вот сейчас будет тарелка. Помоложе только. Режьте, мы не дорезали. Утки, 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 сломался замок с обратной стороны. И представляете, вот стоим, вроде спать хочется, мы целый день болтались, и много этого фильма выкинули, и домой не попасть. А что делать? На дачу ехать тоже не надо. Ой, Саш, приезжай, а все равно же мне-то надо было. Ну, я знаю, что надо набраться мужества, но мы пошли, посидели, все-таки белая ночь, тепло. Потом все-таки нашли какого-то алкаша. Он нам помог, единственное, что он лом такой здоровый дал, то, что без лома дверь-то они взломали. Но вдруг он говорит такой, а да, а нам же надо было как-то открыть. Она кровь, мужики, а у меня такой замок, сейчас я самое интересное потом скажу, а у нас замок такой вот этим, ну, можно ножком подцепить, но никто нож не дает. И вот у меня рядом милиция прямо за домом, они закрывшись все на железные засовы, я звоню. Милиция? А вся любая милиция сейчас закрывшись, вы ее не войдете, они все закрывшись, они боятся. Они боятся. Господа, выпили все. На нож был нож. Я говорю, ребята, вы знаете, у нас так случилось, надо, не дадите нож. Нет, так, не открыли. И нам алкаш рассказывает, теперь слушай, самое главное слушать. Оказывается. Такой, вот я удивляюсь, никто ничего не пробует. Пока... Почему они боятся? Вот, пока никто не носит, я знаю, что все любят, что самое, за три дня, слушай, а ты как не видел, а я даже иду на работу, смотрю, там столько телевидения, все снимают что-то. Рядом у меня, рядом с домом. А ты что, как не видел, что ли, там, говорит, показывали по всем каналам телевидения. Я говорю, я не видел, а что произошло-то, я не знаю. А оказывается, у нас вот менты, вот рядом милиция. Посадили. Спасибо. Мужика, какого-то бы бандюгана, он каратист, да, здоровенный. А, самбисты, я тоже вот самбист, смотрю. Да, вот я, а этот все видел, это на глазах, вот который меня дверь поломал. Говорит, он, я раз прихожу, говорит, а вот это все есть. Я говорю, слушай, что-то какие-то хлопки, не понимаю ничего. Да. А он мне прямо рассказывает, что он съесть этого был все. И что этот мужик захотел каратист, якобы в туалет захотел. Он там у них, ну, нет, типа, ну, камера там есть, не бывает. Он взял наручники, задушил одного мента, наручниками буквально задушил. Значит, взял у него револьвер, значит, убил второго. А? Какое кино? Я говорю, в жизни, я говорю. Я говорю, кино. Я же рассказываю сейчас только в жизни это. Это было буквально 3 недели назад, прямо рядом с моим домом. Да. Убил второго мента и побежал туда, у нас на Брюхево, побежал в машину, первую остановил и стрелял уже в эту. Ну, машину надо было захватить. Но там на втором этаже 5 оперативников сидели. И они догнали его, я его все-таки задержал. То есть у нас троих убил. Бери, а я Валерьевна. У меня есть тост. Господа, вот тут стоят перед вами 3 молодых человека, которые в этом году закончили 11 классов. Вот только что у них закончилась вот эта вот эпопея. Их поздравляю. Да, и они сразу тут же, буквально после, у них был выпускной, в Мариной Роще они отмечали свой выпускной, и они единственные втроем поехали быстренько сдавать экзамен на следующее же утро. Дали? Университет сдали, да. Путей сообщения. Университет у нас теперь раньше был институт дорожного транспорта. Ну, все университеты. И поступили сразу, сдав один экзамен математику на отлично, они все поступили. И теперь они ловят кайф. Так вот давайте за них выпьем. О, да, наша молодая молодежь. Потому что они все очень хорошие. Наша молодежь. А потом что они вообще для чего было приняли? Да. Ну, молодым не сделали. А зачем мы сделали? Ну, хорошо. Нет, дело в том, что она сначала горькой бьет, за потом свой. Хотя есть люди, которые не умеют. На роликах умеют кататься? Я не знаю. Они не почувствуют акцент. Кубицкого Толи тоже ездили. Толи вообще за поляков. На нас наехали так как-то на польском автовокзале. Там было когда-то все это обложено вообще. Я провожал знакомого из Донецка. И наехали вот эти вот там охранники. Как бы. Платить надо. Платить надо. Вот. И он там заволновался. У него там
там деньги в трусах спрятаны. Долги, да, не, ну я так понимаю, что у вас... А я им просто сказал, что я русский гражданин, в чем дело, сейчас позову полицию. А что, у тебя уже пустая? Все, на Галя, вот они мусинская, по монументальной жизни. Я за тобой просто не успеваю. Я вот мусинская, по дизайну. Да, но ты ни разу не видела. Самолет шикарный, луна, и такое ощущение буквально, что рядом с луной летит самолет. Это, ну, фантастика. Один из лучших. Там радио играет или телефон работает? Но сейчас это можно и компьютерное совместить с компьютерным. Это не ценится. Как... Это, Дима, это не ценится. Это, да? Сейчас, нет, во-первых, любой специалист сразу знает. Определить. Я все замечаю легко. Это я сам делаю легко, очень много этого. Примерчик. Да. Это естественно, нормально снимать. Да? Так же, как и НЛО, ты понимаешь. Недавно включаю какой-то западный сайт, и они там что-то смотрели про НЛО. Как и все остальное, не ценится синтезатор. Нормально. В цивилизованных странах синтезаторы не ценятся. И махи вот эти, это игрушки. Нет, нет, я... А где наш Адам? Слушай, он... Поэтому намного, я уже, у меня много же снимает солнце, я все прекрасно понимаю. Это, не, много уже. Намного опаснее вот этот пьяный идет, чем вот это всякое солнце. Потом мне говорят о том, что это творчество, знаешь, просто творчество, а это когда просто. Вот это вот и, солнце, вот, и вот это оно... новое, это мне... Наконец-то! Хоть что-нибудь зазвучало! А ты подпевай! А вы вошел? Ох, и не царь, им не боль, и не совесть. Все им тюрьмы долой, да пожар до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть. В воспаленных глазах матерей и невест. И глядят нам во след они с долгим укором. Словно брошенный дом на дорогу из тьмы. Отступать дальше некуда, сзади японское море. Здесь кончается наша Россия и мы. В Красном Питере кружится, бесится белая вьюга. Белый иней постель.
стенам московских церквей. Не в белом небе, ни иней, в белом небе, ни там чего-то. Нет, ни радости нет, ни испуга. Только скорбь Божьей Матери в белой лампаде ночей. Все теперь против нас, будто мы и креста не носили, словно аспиды мы басурманской крови. Даже места нам нет, пошалевшей от боли России, и Господь нас не слышит. Зови, не зови. Браво! Была песня Юрия Борисова. Так хорошо, Кирилл. Старое, этот забытый край, Русь нам оставила. Глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, берет, где вода, где слеза. Валера, может, петь на 12? Как я люблю, когда на украинском поют. На озеро. У меня нет предков украинских. На 12 надо искать. Как мне нравится, когда на украинском поют. Вы репетируете, пока подошли. Эти до озера, да? Ну, 20. Давайте уже как-то нам уложить. Нет, давайте мы на озеро. Вот шаманеру надо смотрим, танцуем. Девушки танцуют. Все, любуемся. Все. Садись, Коля, нет, садись. Игорь, оттанцовка. Отдыхай. И коня яма. И стежку я знаю, и мати пускала. Найменша сестра бодай не зросла. Сідала